Ну, что ты? Что? Вот так вот Фокс у нас просится на улицу. Да. Но мы его не отпускаем. Потому что только операцию сделали. Ну, что ты меня выпрашиваешь? Нельзя. Ну, нельзя. Нельзя, Фосечка. Нельзя, мальчик. Нельзя. Ну, ты ж хорошая крыса. Ну, нет, нельзя. Нельзя. Вглядывается вдаль Фокс. Все. Перезагородили все входы и выходы ему. Кирилл там заколотил намертво. У нас дырки уже, просто терпения у нас уже не хватало. Что он у нас носится на улице и все оттуда выдирает из дырок. И он прям шуруповертом залез туда, вниз, в подпол. И дырочку там все это... Ну, вентиляция где у нас идет, и там выходят трубы. Ну, трубки для... вывод воды холодной в огород. И вот там он пролазил. И, в общем, Кирюха все ему заколотил напрочь. Да что ты говоришь? Да правда? Да. Ну что ты? Ты как заяц на задние лапы встаешь. Что? Нет, мы не пойдем туда. Нет. Нельзя, Фосечка. Нельзя. Нельзя. Нет, нельзя. Трется за меня, чтобы его выпустила, выпрашивается. А я не пускаю. Уж очень это потом переживательно. Чем мы зря тебе операцию делали? Давай перетерпим чуть-чуть. И потом уже не будешь так проситься. Я надеюсь, по крайней мере. Тут уже сидит он на окне. Пробрался сквозь шторку. И сидит. Мяукает сквозь шторку. Вот. Захар проснулся сегодня что-то рано. Сидит, играет. Сейчас пойдем завтракать. Что у тебя за звуки такие, как у собаки? Рычащие. Вот так вот он и слазит, залазит по батарее. Ну нельзя, ну нельзя. Слушаю вас. Да. Что случилось? Что случилось? Все, не буду снимать ошейник. Привыкай, давай. Только ошейник вчера одели ему. Пытается его снять. Да, без улицы печалька, да, Фоська? Как там все дела-то твои без тебя будут происходить? Угу, первый парень на деревне дома сидит. Просто безобразие. Как это рыжий красавчик будет сидеть дома, да? А там что-то происходит интересное. И без меня, да, Фокс? И без меня, да. Ну вот что там? Сейчас там ничего нет. Ни котов, ни птиц. Никого там нет сейчас. Ну, кого ты высматриваешь? Ну, кого высматриваешь? Ты маленький. Ты мой маленький.
6-килограммовый котик. Малюсенький. Просто крошечка наш. Крошечка. Да, Фопс? Скажи, да. Да. Тебя гладят, 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 гладят. Чуть ли не круглосуточно. А ты удрать пытаешься на улицу. Угу. Да? Ну что, скажи? Давай, все, ты домашний кот, давай, внушай себе, я домашний кот, я на улицу не рвусь, я на улицу не рвусь. Давай, ты же домашний кот у нас? Да, домашний, ласковый котик. Котик ласковый ты у нас. Все. Да? Пошли! Кто-то успокоился у нас маленько. Доброе утро, Кен. Лежит теперь с Захаром рядом. Ну вот, наконец-то угомонился котик. Вот так вот. И лег поспать. Вот и молодец. Вот и так и надо спать. Да. Да. Все. Скажи, не мешайте мне. Я буду спать.